дорогие друзья. Рыбку я пока еще не поймал тут. Вот. Ну, сегодня такой день решил сделать экспериментальный с этим видео. Со всем остальным пришел на новое место. Вот. Сейчас настало время для обеда. Хочу ставлю камеру, что-то, может быть, помогу. Ну, что-то буду готовить, снимать. И сублимированная пища у меня есть. Сейчас все покажем, все расскажем. Попробую сейчас приготовить. Итак, вот моя газовая горелочка такая. Сейчас покажу. Раз рыба сегодня не ловится, значит, ну, в принципе, я сегодня не рассчитывал. Вот. Вот, видите, так вот она вот выглядит. Вот, у ней ножки откидываются вот так вот. Вот. Так, снег главное не уронить тут. Это такой переходничок. Так. Вот так вот она собирается. Газовый баллон у меня не зимний вариант, поэтому я его вот здесь вот минут за 15 засунул, чтобы нагреть его. Вот так прикручиваем. И будем готовить горячую пищу. А вот, прикрутил, эти соберем. Вот, теперь он в боевой готовности у меня. Поставлю его. Так, надо снег, наверное, почистить. Снега много. Вот, поставим его сюда. Засаночки вот так вот спрячем. Дальше, что у меня есть? У меня имеется... У меня имеется вот такой вот микрочайничек. Замечательный вот. Ну вот в нем здесь у меня такой топсик. Я, конечно, не брал все котелки. Но тут кофе у меня есть. Три в одном, несколько пакетиков. Так, пока все это уберу. Топсик уберу. Вот такой вот детского размера чайничек у меня. Он пойдет вот сюда. Водичка. У меня, смотрите, не замерзла даже. На улице минус 11 градусов. В ящике у меня она лежала. Так что все хорошо. Со спортзала взял свою бутылочку. Дома не нашел ничего. Пришлось мне вот мою спортзал на тренировочке хожу. Беру такую вот водичку. Вот, наливаем теперь. Чайничек на две кружки. Тут немного у меня тут получилось. Я взял около 500-600 где-то. Вот. Миллилитров. Вот. Сейчас будем кушать горячую пищу и пить горячее кофе, горячий чай. Так. Ровненько поставим сейчас. Нету у меня тут элемента этого, так, пьезоэлемента, который некоторые горелки идут с этим. Ну вот пламя не видно. Загудело. Ага, пламя абсолютно вообще не видно. Ставим чайничек детский. Нагреваем воду. Сегодня будет горячая пища. Обычно я кушаю бутерброды, пью кофе или чай. Но сегодня, сегодня у меня будет... Откроем побольше. Замечательно гудит, так, крышку надо найти.
Вот крышка. Такая вот крышечка. Вот это складывается. Замечательно. У нас будет все горячее. Еще покажу вам. Вот мои бутерброды. Но сегодня я их есть не буду. Вот мой термос. Вот я тут приобрел вот такую вот пищу. Ценник не знаю, сейчас видно будет, не видно. 6,99 евро. Это сублимированная еда. Вот. Надо налить, значит, по инструкции, это у меня картошка. Картошка с биточками мясными. Обещает. Вот тут она показана, такая вот. Вот. Значит, по инструкции, значит, нужно налить. Первое, раскрыть по линии, здесь открывается. Дальше, налить горячей воды, ну, кипятка. Значит, размешать все это дело и оставить на 10 минут. Через 10 минут, сейчас инструкцию покажу, с какой она стороны. Вот, через 10 минут все это дело должно быть вкусно и готово. Итак, отрываем. Здесь есть такая вот плотная, знаете. Мне самому интересно, что это, никогда не пользовался. Да. Внутри. Моя картошка вываливается с биточками. Вот что-то такое. Назад кину. Нельзя разбрасываться продуктами. Вот так вот. Сейчас мы... 1/2 тут написано даже где, замечательно. Внутри нету, снаружи есть. Вот шкала тут. Так. И вот 1/2 до сюда. Вот где у меня пальчик, нужно залить водой. Замечательно все. Посмотрим, попробуем. Горелка моя чудно работает. Жарится хорошо. Будем есть горячую пищу. Фу. Так, пока можно нам попить. В это чуть больше влезает. Термос у меня маленький. Во-первых, в этом топсике из такого толстого алюминия сделано. Держится больше. Тепло держится лучше. У меня еще есть большие кружки, алюминиевые большие кружки, с ручками такие, ну, нормальные такие, скажем так, ручки. Вот, но это такая много места не занимает, чтобы мне много не таскать. Это все замечательно. А здесь поменьше такая она. Ну, немного вот, примерно разница такая. Вот, попьем сейчас кофейку. А точнее чайку, я сегодня чаек заварил. Вот. Опа-па. Надо придерживать, потому что горячая растапливает. Знаете, ребята, как это классно на природе. Какая тут невероятная красота вокруг. Замечательно. Вот. Пока у меня тут. А, вот, это нагревается. Вот кружка, значит, у меня, которая... Ее можно смело рукой брать, она не нагревается. А вот эту ты рукой не удержишь. Нагревается она чуть тоньше моих кружек. Ну, это такой легкий походный вариант. Я брал там посуда. Значит, я померил 1,5 литра кастрюля. Влезает сковородка там.
ножик, вилка. А, знаете, какую я себе ножик, этот, вилку купил классную? Смотрите, сейчас поищу, похвастаюсь. Прикольная. У меня дочка спросила, пап, ты почему такого цвета взял? Сейчас. Так, вот покажу. Сейчас я вот покажу, как кипит тут мой чайник. А я не знаю, что тут видно. Вот горелочку надо выключать. Видите, как быстро я не засек время, но я посмотрю потом по этому, как его, по видео. Сколько там у меня? Время пошло. Так, поставлю сейчас я назад. Все-таки хочу ложку показать. Ложка у меня классная. Так, накрою крышечкой. Замечательный процесс. Все произошло очень быстро. Так. Тут в ящике, конечно, много что у меня лежит. Не хочется мне все. Итак, вот у меня два варианта. Вот моя первый вариант, ложечка, которую я... Простая нержавейка. А вот такая у меня ложка прикольная. Ложка, вилка такая вот у меня. Классная, видите? Вероника спрашивает, дочка спрашивает, пап, что ты такого цвета выбрал? Цвет замечательный в лесу, если ты там были камуфлированные там цвета. Если у меня в лесу она упала, я ее в лесу такого цвета всегда найду. Или в снег она у меня упала, это упало в снег, ее найти трудно. А это в лесу, в снегу, на траве, везде замечательно видно, по этому принципу я ее купил. Итак, мы начинаем процесс. Сегодня шеф-повар Анатолий Федотов начинает глоточек для начала. Прекрасно, теплый горячий чай. Минус 11, но весьма комфортно. Ветра нету, идет легкий маленький снежок. Все замечательно, горячий чай сразу согревает. Все прекрасно. Итак, начинаем процесс. Как говорится, давайте поближе сюда, если будет видно на ваших глазах. Мы начинаем туда внутрь заливать кипяток. Так, где тут одна вторая? Вот внутри нет шкалы. Если бы... Внутри была бы шкала. Воды мне прям еле хватило. Так, достаточно воды. И... Написано, нужно все там дело размешать. Ой, я что-то забыл вытащить. Ребята, я не знал, ну... Сейчас я его найду. Тут... Сейчас я... Вот, я его выловил. Какой-то тут пакетик еще внутри. Не знаю, что тут, приправа, масло. Или... Что-то еще? Ну да ладно, сейчас мы разберемся. Итак, я размешиваю, знаете, все стало... Так, хочу понюхать. Пахнет... Классно пахнет! Замечательно! Ай-ай! Замечательно пахнет! Так... Теперь я размешал. Теперь я это дело закрываю. Вот так закрываем плотненько на замочек. Так, проверяем, открыто или нет. И хочу все это
Боюсь, что вылетит. Хочу все это растрясти дело. Тепленькое. Вот цена стала отклеиваться. Ну, горячо, да. Уголки, чтобы в уголках тут картошка не осталась. Там и морковка, я посмотрел, знаете, была. И мяско было. И там, короче, ингредиентов тут прямо, ну, очень много. Всяких разных. Вот. А, время я не засек. Давайте время посмотрим. А где я время посмотрю? Придется отключаться, чтобы время посмотреть. Ладно, ребята, я сейчас отключусь. Включусь тогда, когда пройдет у меня 10 минут. Итак, еще раз привет. Вот снова я. Прошло 10 минут, как я обещал. Что у нас получилось тут за 10 минут? Давайте я возьму ложку. Этот пакетик я открывать не буду уже. Я не знаю, что там. Какая-то, может, соль, может, какая-то приправа. Дома потом открою, посмотрю. Открываем пакетик. О! А там, дорогие мои, это надо, наверное, показывать. Там у меня... Опа! Так, там у меня... Знаете что? Как бы мне камеру направить? Не знаю. Там у меня вот такое... И много чего там, и какие-то гренки. И зеленый горошек. И морковка. Тут очень много чего тут есть. Тут надо, короче, пробовать. Вот такая система. Вот пюрешка там. Там, короче, очень много всего. Что-то зеленое здесь такое. Что-то непонятное. Итак, попробуем. Возьмем, что у меня получилось. Эх, телефон падает все время. Не хочет он у меня как-то стоять. Вот. Итак, берем. Слушайте, очень много тут получилось. Написано 600 килокалорий. Ну что вам сказать? Если бы, знаете, мясо. Короче, тут очень много ингредиентов всяких. Я не повар, точно сказать не могу. Но вот мясо сейчас я съел. Чувствуется, они таких шариков. Какие-то как биточки, шарики такие. И тут всего-всего. Вкус очень приятный, очень вкусный. Одно только могу сказать, мало соли. Ну, возможно, вот эта соль и лежит. Вот, сейчас я видео выключу. Возможно, это соль какая-то или... перчик какой-то или еще что-то. А так на вкус очень приятно. Теплое, замечательное, вкусное. Ну, по вкусу просто в каждой ложке вот мясо попадается. Этих шариков, биточков просто очень много. Ладно, ребят, я отключаюсь. Очень вкусно. Буду кушать своей розовой ложкой. Давайте. Не могу, очень вкусно.